сейчас более активно себя ведет. Сразу его взор устремился на окно. А там очень много стрижей летает. И вот они поют песенки. Сейчас не может к ним. Наверное, он хочет этого очень сильно. А вчера просто был не готов к этому. Сейчас мы возьмем его на руки и попробуем дать ему возможность посмотреть опять на улицу. И послезавтра мы его точно понесем выпускать.